Раз, раз. Ты готов? Да, да. Что, готовил? Да. Ну, в общем, хорошая, как бы, как всегда, на высшем уровне. Вот. Ничего такого плохого сказать не могу. Все понравилось, все отлично. Да, хорошая. Кормили вкусно, много, сытно. Все отлично так. Все хорошо, то есть питанием вообще никаких вопросов. Все отлично. Отличный бой. Колено, что нужно. Антохин бой. Ну, это так, его краем глаза так смотрел, потому что выходил за ним. Вот. Ну, увидел, что болячка выиграл на руку. Ничего. Классно. Че? Ну, конечно, одноклубник, товарищ, там, спарринг-партнер, number one. Так что, да, переживал очень сильно за него. Думаю, ну, по мне так, ну, думаю, сейчас, если он выиграет, бля, я 100% обязан тоже выиграть. Ну, так случилось. Ну, конечно. Ну да, был план на бой. Знаю, что соперник, ну, гонять будет там, ну, за сутки, там, уже за полсуток. Вот, планировал в первом раунде так чисто подвигаться, поработать с первым номером, так, ну, не атаковать так вообще, то есть ни удар не наносить, так чисто вот по атаковать именно вот именно по прессингу, по прессинговать его тут постоянно. Вот. Ну, как и получилось первый раунд, ну, падал, выдохся немного. Второй раунд тоже там, ну, вышел так, уже начал немного так пробивать, прочувствовать, то есть, ну, вот, то же самое, ну, работал постоянно, то есть, ну, весь бой работал первым номером, то есть, ну, подавил, создавал давление, там, ну, разбивал потихоньку, ну, и все. Колено, это случайность или ты готовился? Конечно, готовил, ну, то есть, ну, как бы, ну, не то, что конкретно готовил, но, вот, но такой момент, я думаю, в игре было не воспользоваться, ну, коленом, ну, так вот получилось. Да, план был, то есть, план сделали. Поджали, раздергали, то есть, а дальше доработали все, ну, все, как и планировали. Да, переживал, то есть, очень, так как был, заболел перед турниром, там, 2 недели с большой температурой лежал, думал, вообще не выступлю. Ну, и, то есть, времени, там, дней, может, 6 было, то есть, чтобы восстановиться, то есть, еще плюс весогонка. То есть из-за этого очень переживал, что мог не вытянуть. Думаю, да, 50 на 50. Ну, хороший был бой. Хороший. Короче, были потяжелее бой. Ну да, был потяжелее бой. Очень был такой. Это такой, скажем, второй бой после первого. Да, с Фантеевым, да, был бой. Ну, я думаю, это самый мой тяжелый бой был еще в карьере. Говорили вроде в феврале, там, я не помню, ну, так и не понял, там, ну, может, так слухи, ну, слышал там краем уха, то, что в феврале следующий турнир, вот, но я еще не знаю, там, у нас по армейскому рукопашному бою там будет турнир, вот, и не знаю, если числа совпадут, то, скорее всего, ну, не скорее всего, 100% я не выступлю на турнире нифига, вот, потому что придется мне по своей работе, ну, выступить там, вот, ну, будем смотреть, как еще пойдет там. Ну, как только, так сразу, то есть. Как только будет предложение, сразу же вернусь при первой же возможности. Ну, такие, что прям соперников, ну, как бы, именно с кем бы очень так сильно тут хотел, ну, типа, нет, ну, без разницы. Ну, то есть, вот с кем планировали, то есть с Андреем Калечицем должны были провести бой. То есть, ну, а так как заболел, то есть, ну, не мог подготовиться, то есть, бой перенесли, но вот
надеюсь, что в феврале будет турнир, и мы все-таки этот бой сделаем. Да, есть один бой, который уже давно не закрытый. Открыт, но не закрыт. Но это бой, конечно, с Пашей Бурмистром. Но... Вот. Как все знают, что мне должен был на этом турнире, я должен с ним был биться. Но там снялся он вот, по причине болезни. Вот. Но я думаю, на следующем турнире, если дай бог мне выступить, и, ну, если уже не получится, то уже на после того, ну, посмотрим. Ну, сейчас в планах, то есть, ну, побиться с Пашей Бурмистром, ну, забрать пояс абсолютного чемпиона и все, и там уже двигаться дальше. Дмитрий Романов. Самый крутой бой вечера. А я не смотрел ни одного боя. Живите спортом. Всех обнял, приподнял, всплакнул. Удачи. Не болейте, занимайтесь спортом. Всем всего хорошего.